Очередную трубу пробили во Владивостоке во время земляных работ. На этот раз жертвой экскаватора стал водопровод на улице Гоголя. Инцидент произошел в районе 15:45. За считанные минуты на месте разрыва образовалось целое озеро. Задели гнилой водопровод. Если целенький водопровод был, даже экскаватором его не порвешь. А он еле живой. Сейчас в данном районе прокладывают новый водопровод. Однако пока подача воды ведется по старой изношенной системе. По словам рабочих, трудящихся на объекте, подобный случай является рядовым. И максимальное время устранения аварии – 3 часа.